Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Honor Bond. Так, мы с вами остановились как раз на том, чтобы поймать этого бандита. 300 угольков, это довольно неплохо. Тень над Хайвеном, вот как раз-то здесь, ребята. Нам осталось лишь поймать бандита. Самого главного, естественно. Поэтому будем приступать к этому делу. Будьте начеку, Винрей. Бандиты не единственная угроза в этих горах. Нам нужно поскорее найти Большого Беллоу и покончить с этим. Мне здесь не нравится. А как будто мне нравится. Я-то делаю всю грязную работу, в отличие от тебя. Ты там только командуешь. Ну что ты тут, магистр кислых щей, тут своим посохом мне машешь? Пора вам отвесить хорошеньких люлей. Вот так-то. Так, что ты тут брыкаешься, я не понял, а? Слушайте, какой-то вот все-таки он у меня недотепа, да? Вот этот мой второй боец, так скажем, викинг или варвар, кто он тут из них? Похож на викинга, судя по шлему. Ну и варвар тоже, в принципе, подходит под это описание. Кажется, вы тоже не то, что я ищу. Интересно, можно ли вообще найти ответ на мой вопрос? Странный мужик. Уходите отсюда, в этих горах орудуют бандиты. А ему пофиг по ходу дела, да, ребят? Да мне встретилось несколько. Давайте-ка какое-то время пройдем вместе. Так будет и безопаснее, и веселее. Да так и скажи, что ты дристанул просто-напросто, и тебе нужна моя помощь. Веселее он. Никакого веселья. Подожди, зачем я так делаю? Здесь и так все ясно, что вот этого хламона нужно разбомбить. Ух. Так, с дубинушкой. Между прочим, я волшебник. Я атакую магией. Если ваши физические атаки не приносят результата, возможно, вам пригодятся мои способности. Слушай, я еще не видел ничего мощнее моих атак, моим мечом. Ну, давай, покажи, на что ты способен. Ну, так себе. Хотя все равно мы, по-моему, сильнее. Так, отлично. Победушка за нами, 28 голды. Максимальное количество, которое я могу с собой носить, это 3000 голды. Маловато будет. А врагов тут все больше и больше, практически через каждый миллиметр кто-то нам встречается. Приступим. Так, хорошо пошло. Так, мы с вами 7 уровня, да? Ну да. Так, добьем, блин. Чувствую, сейчас мой варвар сляжет. Почему-то такое предчувствие у меня. Сейчас они, наверное, по нему звезданут. А нет. Ну, а этого друида мне не жалко. Или кто это такой? А, волшебник, он же сказал, да. Ну, больше похож на друида. О, уровень получил новый, наконец-то. Догнал нас, стал 7-м. Сундучок, это превосходно. И опять эти бандиты. Не, действительно, пора заканчивать с этим Беллоу. С помощью этой руны можно призвать нового базового героя. А это что? Эликсир оживления. Угу, оживляет павших членов отряда. Замечательно. Так, а это что? Используется для восполнения энергии. Так, и тут у нас ничего больше нету. Жаль. Так, понеслась. Ну, согласитесь, что... О, тут их 3. Плюс какой-то, блин, я не знаю, сокол у них. Ага, ох ты, кританул неплохо, я вам скажу. Ну-ка, бомбани. Да что ж ты такой вялый, ну у тебя есть спецвозможность. Какая-то вообще никудышная. Слушайте, а может быть в дальнейшем мне поменять его на кого-нибудь, а? Ну, пока еще у меня нет ничего такого хорошенького, на что можно было бы поменять. Любой чувак, который ко мне приходит, почему-то сразу же потом уходит. Меня это немножко раздражает. Так, а что у нас здесь, вот смотрите-ка, с правой стороны? Ну-ка, дайте-ка ножи. Ага, чувачки какие-то. Понятно. Какие-то пароли даны. Ну что, где босяра? Мне нужен босс. Я его хочу быстренько тут раскумарить и двигаться далее. На-ка, выкуси. Бам. Тихо, 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 не надо мне убивать волшебника моего, он мне еще пригодится. Ну, добьешь? Нет? Да чтоб тебя, а! Ватный... Так, тихо! Ух, все-таки я хорошо критую. Мне нравится.
Даже мы уровень-то получим новый, а, ё-моё. Чё так долго-то все идет? Ух ты, сундук плюс золотишко. То, что нам нужно. Но все равно денег маловато. Опачки. А, это обычный, я уже думал, сейчас будем тут в реплики с ним вступать. Нарушители, мы огры. Пошьем себе одежду из ваших шкур. О, ничего себе, а. Ну давай, огр, посмотрим, насколько ты силен. Нет, не будем мы, ребят, применять этот никчемный удар. А вот это я хочу посмотреть. А? Да! Пшикнул, ё-моё. Да, вот, честно сказать, супер удары у них какие-то вялые. Может быть, их как-то можно прокачивать в дальнейшем, но на данный момент они просто никчемные. Давай, опа, упал. Ну что, огры, теперь моя очередь из вас шить себе ботинки, ё-моё. Больше вы ни на что не способны. Что ж, кажется, дорога расчищена. Но я не думаю, что цель моего поиска лежит в той стороне. Кажется, здесь мне нужно расстаться с вами. Теперь мне нужно найти что-то, что поможет спасти Рунолесье. Вот так хламон. Ну ладно, хоть на этом спасибо тебе за помощь. Все-таки чуть-чуть ты помог. Восполнить энергию, конечно, ребята, нам нужно. Мы даже не можем, не смогли бы дойти вон до этого портала. Награды, 300 золотых, отлично. Сундук, а в нем... Вау, малый свиток воскрешения. Шкатулочка и еще одна. И... Исцеление, бронзовая руна. Все, зашибись. Так... Я даже не знаю, мне бы, конечно, хотелось бы кое-что тут посмотреть. Как-то вот чего-то не хватает. Охота или улучшить, или усилить ритуары. Так, отряд, может быть, кого-то можем взять? А, нет, у нас же нужно, да, ребят, вот именно. Третьего героя нам не получится открыть сейчас. Блин, ни этого, ни этого, ни этого нету. 40 брюликов всего лишь не хватает. Черт, чертово донатство, ребят. Ладно, будем как-нибудь сами тут пыхтеть. А так у меня, видите, есть чувачок какой-то. Ну, он дрищ. Наверное, рога, скорее всего, потому что у него два ножа. Так, ладно, тут у нас исследование. А что по исследованию, кстати, да? Ух ты, они стоят и ничего не делают, а? Ну-ка, дайте ко мне. Не хватает денег, ребята, здесь. 2500 нужно. Так, а что, артефакты? Шкатулку. Мы можем шкатулку поставить ему на открытие, да, ребята? Пускай 15 минут. Ну, это не так уж и долго, я считаю. Так, возвращаемся. Тут у нас гильдия, арена. А это что такое? Получить. Вау, это, по ходу дела, новый какой-то у нас юнит добавился. Ха-ха. Випы, добавить баллы. А как добавить? Активировать как-то непонятно немножко. Слушайте, а так было бы неплохо. Вау, это все за брюлики на один час. Нет, ребят, не будем. Хотя, блин, ну на один час, ну никуда не годится, ё-моё. 100 брюликов, мне нужно 500 брюликов, блин. Ладно, как-нибудь потом разберемся с этим делом, ребят. У нас тут с вами близится развязка. Чтобы поймать предводителя бандитов, потребуется пройти по территории, населенной ограми. А они чужаков не любят. Ну, я тоже огров недолюбливаю, поэтому, думаю, мы этот вопрос порешаем. Так, еще малютки, уходите, пока я не пустил ваши кости на суп. Мы с вами не враждуем, огры. Нам нужно пройти здесь, чтобы добраться до своего врага. Нет, вы разрушили свои земли, и я не позволю вам разрушить мои. Ну что ж, говоришь, малютки? Давай посмотрим, кто из нас тут малютки, малыш, ё-моё. Огры, не захотели по-хорошему мне уступить дорогу. Я думаю, что вам здесь будет сейчас хана просто-напросто. Слушайте, интересно, а я могу огра завербовать или нет? Хотя нафиг он мне нужен, а этот никчемный низкосортный огр. Мне нужна элита. Тюнь, и я получаю новый уровень, 8, ребята. Меня это радует, это просто хорошо. Причем здесь хорошо сделано. Когда я получаю уровень, мои все хпшки восстанавливаются. Как и должно, в принципе, быть. Ну что, еще два малютки тут вышло. На-ка, получи.
Блин, как бы мне вот развить крит? А вообще... Оу, ё-моё, да ладно! Как вы так быстро моего варваренка-то расколбасили, а? Ну, правильно, в два смычка сыграли, и на тебе результат. Да неужели? Ёлки-палки, он получил, ребята, новый уровень и воскрес. Как говорится, фартануло мне. Ну что ж, давайте идти сюда. 67 голды, да, не густо. Ох ты. Вернитесь, неблагодарные, вы же не оставите меня этим огром. Кажется, они голодные. А мне-то какая разница? Бандит. Похоже, нам предстоит еще один бой. Пожалуйста, нет, они бросили меня. Я ненавижу их не меньше, чем вы. Пожалуйста, отведите меня в безопасное место. И я могу быть полезным. Хорошо, ну держи руки на виду. Блин, это оказывается не бандит, а я думал, сейчас будет разборки, но нет. О, он еще и к нам присоединился. Благодарю за спасение и предлагаю свои услуги клирика. Я могу вылечить любые раны, полученные в бою. Ага, вот у нас и хил есть. Тюрюнь. Так, хил. Ладно, посмотрим. Ну, я так понимаю, опять же этот чувачок у нас здесь на время. Опять же, он дойдет до определенной точки и скажет: ладно, ребята, прощайте, я пошел по своим делам. Это в лучшем результате. А в хорошем, а в плохом итоге он, наверное: ага, я вас обманул, подставил, я привел этих олухов к себе, например, в логово. Расправляйтесь с ним. А почему? Такая развязка вполне может быть. Ну-ка. Ну, жарит он, ребят, неплохо, я вам скажу. Практически как я. Ну, так. Опачки. Дайте глянуть. Ну, хилит он, конечно, опять же, ничтожно мало. Ну, что это за клирик, ё-моё. Я, наверное, бы, блин, обычными бинтами бы лучше бы подхилился. Ладно, что есть, то есть. Да что такое, сколько же вас, а? Считай, вся эта горная тропа усыпана этими ограми. Ну, будем расчищать себе. На компромисс же они не пошли? Не пошли. А у нас выбора нет? Нет, поэтому придется делать себе расчистку. На-ка, выкуси, гаденыш. На! Еще будет тут мне выделываться. Естественно, победа, ребята. Денег, правда, как-то мало, и они очень медленно копятся у нас. Сундук. А миссия так и называется у нас. Огры. Ну что ты. Еще. Ага, хотел сказать двое. Нет, еще три цыпленочка. Недобитых. Вау, клирик. Клирик, мне интересно знать, почему тебя твои же бросили, а? С какого вдруг перепуга? Испугались этих огров, да? И смотались? А ты, бедняжка, сам по себе никто и ничто. Ну да. Медик он и есть медик. Хотя, если брать как в Айоне, там, извините меня, медик так медик. Любому бойцу даст фору. Вау. Это босс у нас, ребята. Стопудняк, вам говорю. А где диалог? Никакого диалога не будет. Хорошо. Давай без слов тогда мы тебя накумарим. Раз ты такой молчун. Может быть, когда подыхать будешь чуть-чуть? Я раздавлю тебя. Наконец он что-то пропищал. На-ка, получи и распишись. Бам. Ой, взгрустнул. Ватные елки-палки. И че он выделался? На че он рассчитывал, я ума не приложу. Ну что, клирик нас покинет сейчас, наверное, я думаю. Или нет? Что ж, вы быстро расправились с этим зверем. Но теперь, кажется, дорога освободилась. И я могу уйти. Да, покинул у нас гаденыш. Уйти. Наверняка побежал к своим, блин, ныть. Так, 400 голды. Опять сундук. Шкатулка, шкатулка, шкатулка. Вау. Оловянное кольцо защиты. Это что-то новенькое. О, кажется, во время наших странствий мы нашли шахту. Нужно исследовать ее. Кто знает, что может быть внутри. Чувствую, ничего хорошего там не будет, ребят. Так. Что у нас в доме, в нашем хорошего, интересно? Эй, вы! Подойдите-ка сюда на минутку. И? Как мне подойти к тебе на минутку? У меня почему-то, ребят, не срабатывает здесь. Так, секунду. Дайте-ка я попробую перезайти. Ну, давайте проверим, что-нибудь поменялось или нет. Так, вот.
Здравствуйте, Винрей, меня зовут Мэри, а это моя таверна. Рад знакомству, Мэри. Многим моим клиентам нужно провернуть какое-то дельце или разузнать кое-какие слухи, и они наградят вас за все, что вы для них сделаете. Вау, вот это круто! Чтобы принять заказ, вам нужно иметь подходящих героев. Кстати, вы можете кое-что сделать для меня прямо сейчас. Посмотреть задание. Так. Хейвен, Руналесия. Ну, понятно, здесь регион закрыт, давайте Хейвен. И что нам нужно сделать? Борьба с вредителями. Так. Требуются герои, блин, какие-то. А какие, непонятно. Исследование. Так, этот все у меня над шкатулкой химичит. Мы же можем заказать еще что-то? Я думаю, что вполне, да? Ух ты, блин. Я не знаю, что... Все хочу. Денег не хватает, блин. На лидерство 3. Копишь, 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 копишь. И хоть бы что, ребят. Так, посмотри задание. Активных нет вообще. Непонятно. Не могу понять, ребят, что нужно сделать. Фантом сущности, тень сущности. Что такое вообще? Вау. Нифига тут. Небесное совершенство. Блин, приступить к заданию. Все хочу, да. О, тихо. Так, первого уровня нужен, да? Ну, давай так попробуем. Одна минута, приступить к заданию. Вот оно, значит, как делается. Я теперь понял, ребят, чтобы выполнить, начать задание, нам нужно отправить героя соответствующего уровня. Что такое, уже? А, это шкатулка завершена. Ну, это у нас по исследованию. Давайте глянем, что нам достанется здесь. 4 минуты. А, нет, бесплатно. Все понятно. Исследование. Усильте свой замок. Исследование в категории военачальник. Помогает собирать ресурсы и открывает могущественные ритуалы, позволяющие усиливать войска. Военачальник. Но это в данный момент мы здесь. Ой, елки-палки, тут еще нифига можно алхимию прокачивать. Призыв. Ну и артефакты, это шкатулки, которые у нас есть. Так, давайте активируем одну. А эту, наверное, нам надо открыть бесплатно. И 100 угольков нам достается. Так, что б тебе заказать-то такого, а, ребят? Может, еще шкатулочку запишем ему? Пускай они думают, а? По 15 минут нормально, я думаю, это. Как раз то, что нужно. А мы в этот момент, наверное, с вами пока погуляем. Повоюем. Нам нужно еще в шахту отправиться, посмотреть, что в шахте. А, вот, тут уже тоже пройдено. И ревард у нас, смотрите-ка. А, он еще и опыт получает за то, что делает задание. Меня это, ребята, устраивает. Даже очень устраивает. Есть у меня герои? Так, и сюда. Вау. Целый час будет делать, представляете? Целый час они у нас отправятся на задание. Так, а тут, по-моему, наемник. Ага, за 100... За 100 алмазов. Нет, ребятушки, так дело не пойдет. Я не хочу тратить алмазы. Их тут и так, блин, с трудом себе набиваешь. Так, ну что, давайте отправимся с вами в бой. Шахта у нас тут. Посмотрим. Бандитский клирик захватил эту шахту вместе со всеми ее богатствами. Выгоните его и его сторонников, захватив эпические сокровища. 80 уровень. У нас как раз подходит. Хм. Клирик, это не тот ли, которого мы, ребят, с вами освободили? Бандиты, если мы прогоним их с этой шахты, то сможем забрать ее себе. Она поможет нам остановить Наэму. Преимущество шахт еще и в том, что на их исследование не требуется энергия. Обратите на это внимание. Да? То есть они сами по себе будут развиваться? Ха-ха, тогда это меня вдвойне устраивает. Ну, давай, клирик, вот этот вот хламон. Так, по ходу дела здесь, ребята, будет еще и босс, по всей видимости, да? Или нам просто нужно будет всех уничтожить? В общем, все это увидим. Блин, опять у меня мой варваренок несчастный получил люлей. Слушайте, я надеюсь, что мы сможем все-таки пройти эту шахту, захватить ее. Уж больно мне хочется. Давайте, ага, подхилили, отлично. Ну, а, это лучница у нас здесь. Ладушки. Лучница и... Колдунья какая-то. Колдунья минус.
Так, лучница жарит. Ну, слабенько, но тем не менее больно. Победа. Блин, жалко, что здесь нет, ребятушки, автобоя. Такие легенькие и простенькие в данный момент у нас баталии. Так, подхилимся. Тут уже у нас вояка с копьем и с щитом. И клирик. Я не знаю, ребята, раньше вот всегда уничтожал в первую очередь хила. А знаете почему? Потому что они всегда лечили своих раненых бойцов. Но здесь, смотрите, клирик какой-то. О, да что ж ты будешь делать? Опять ты упал. Ну что ты за ватник-то такой, а? Я не знаю, что мне с тобой делать. Как тебя усилить-то, а? Ядрен, ты можешь. Падает и падает, падает и падает. На, свиток воскрешения, и еще подхилим его. Опять тут у нас клирик. Ну давай, разберемся. Блин, только бы викинга бы мне моего не трогали, лучше бы не атаковали меня, ребят. Да и... Ага, все, пока нормально. Я, по крайней мере, удар хотя бы держу, а этот же ватник вообще падает. Да чтоб вас разнесло на клочки, а? Паразиты вы такие. Ну, или хотя бы уровень получить, чтобы он это... полностью восстановил себе здоровье. Черт, теперь обоим. Блин, а пробирки-то кончаются, они же не вечные у нас. Три всего лишь осталось. А подхиливают они, по-моему, на 250 хп за одну баночку. Да что ж такое-то, а? Ну, бейте, говорю, меня. Мне выгоднее один раз себя подлечить пробиркой, чем 10 раз вот этого хламона. Хоть убирай его, действительно. Но я боюсь, что я один здесь не справлюсь. Запинает меня. Так, они хоть как-то переключаются на него. Так, ладно. Как бы, блин, жалко, здесь нельзя просмотреть полностью всю карту и прицениться, сколько примерно здесь будет воинов и потянули я вообще эту шахту или нет. Готов. Так, все, довольно легко пока и просто. Угольков у меня, кстати, 425 штук. А допустимо, я могу 1000 с собой носить. И причем у меня очень быстро кончается энергия. Да. Кстати, у меня может быть даже не хватит энергии, чтобы я смог полностью здесь ее прошарить. Поэтому придется выбирать самый короткий путь, если у меня будет такая возможность. Так, хорош ты уже, а достала. Ух. Ну, почти, почти, ребята, 2000. Но все равно маловато. Нужно 2500. Чтобы я смог открыть себе лидерство 3. Даже... Так, а вот здесь уже надо посмотреть, ребят, смотрите-ка. Что у нас тут? Так, что тут, что тут? В принципе, все абсолютно одинаково. Ну, давайте вот сюда пойдем, наверное, с вами. Не будем там в круговую идти. Ну, сколько вас? Двое? Ну, с двумя еще мы справляемся, ребят. А вот если бы их было бы трое, я думаю, что хилок бы у меня не хватило бы тут постоянно резаться. Тихо, тихо, тихо. Есть, отлично. Сейчас бы по викингу бы, если бы ударил бы, он бы у меня тут опять бы валялся бы в оглоблях и плакал бы. Блин, что-то в последнее время очень-очень медленно у нас растет опыт. Вообще, я бы сказал. Так, елки-палки. Я-то думал, что это закольцованность, а тут, оказывается, еще проход есть. Блин, чтоб вас разнесло-то всех, а? Ну, ладно. Да, ну я так, в принципе, и предполагал, что снесут. Мне бы самому бы тут не слечь. Хожу, как говорится, на острие. 12 голды всего дают, ё-моё. Ну, там совсем уже немножко осталось до уровня. Так, прошли, нет? Оу, а это кто? Я даже не успел рисануться. Ай-яй-яй-яй-яй. Босс это у нас. Давай так сделаем. Ух, еще есть шанс, ребята. Слушайте, ну сам-то по себе он ватник, хотя он 14 уровня. Сейчас он упадет у нас, ребята. Во! Ха-ха! Изгнали мы, получается, так ведь? Не, ну по идее, да, освободили же шахту. И что же теперь будет? Нора грабителя. Так, сундук заработали мы. И выходим из этой пещеры. 500 голды, шикарно. Бронзовая руна. Исцеление и воскрешение. Прям то, что доктор прописал. Что ж, Орен готов помочь вам с разработкой шахты, которую вы освободили. Заходите ко мне время от времени, я буду отдавать вам то, что мы добудем. Оу, спасибо тебе, Орен.
Но прикрывайте нас. Если эти твари, которых вы прогнали, начнут нападать на шахту, вам придется справиться с ними, чтобы мы возобновили добычу монет. Договорились, Орен? Так. Значит, теперь у нас, ребята, появилась шахта, на которой будут работать гномы и добывать для нас ресурсы. 53 минуты еще ждать. Черт, у тебя побрал. А здесь-то... Почему я не могу вот сюда вот отправить? А, у меня... Я могу, но мне некого. Блин, вот теперь я заинтересован в том, чтобы у меня было много героев. Только вот как мне активировать эти руны? Я же помню, что у нас руны есть. А где они у нас используются? В каком месте-то, елки-палки? Не хватает, не хватает, ребята. Тут 38 брюликов еще нужно. Ну нету их. Ядреные уши, они не достаются. Хотя тут можно, в принципе, ребята, за видео смотреть. Но я не знаю, сколько дают. Я еще не пробовал, честно говоря. И смотрите, у нас есть герои, которых можно прокачивать. Вот есть однозвездочный, есть четырехзвездочный. Ну, естественно, звезды у них будут потом открываться. Блин, ну не хочу я смотреть сейчас никакой рекламы. Ритуалы. Что у нас по ритуалам? Ага, ничего абсолютно, потому что... Ага, нужно изучить. Нужно изучить вот этот первый ритуал. Угу. А это все делается у нас, как я понимаю, в исследованиях, да? Они у меня тут кроптят над шкатулками. Хочу третьего себе вот этого вот ученого. 150 угольков. Ну, давай-ка. Так, подожди. Угу. Нет призываемых героев. А как же, я же получал камни, ребят. Хм, странно. А давайте тогда, может быть, здесь что-нибудь. Во, воин, ранг 1. 500 золотых. До 20 уровня я смогу его прокачать. Тут базовую способность. Нет, я, наверное, все-таки ранг. Да, давайте попробуем на ранге. Тоже 15 минут придется нам подождать. Но я надеюсь, что оно того стоит. Так. Как раз я же вояка. Вояка. Да, по-моему, этот охламон тоже воин. Ну, правда, никчемный. Так, здесь у нас что? И смотрите, герои, снаряжение, сокровища, предметы. Угу. Оу. А, это шкатулка, ё-моё. Так, шкатулку мы с вами обязательно глянем. И почему-то мне кажется, что сейчас нам опять дадут или деньги, или угольки. Так. Ну, что ты нам подкинешь? Бесплатно, естественно, бесплатно. 300 монет. Угу. Хорошо. Давай тогда тебя загрузим еще одной шкатулочкой. Ай, хрен с ним, ребят. Давайте тогда мы с вами и вот это вот выучим. Да, 6 алмазов. Фиксим. Да и шкатулку тоже откроем. Еще 300 монет. Ладно, я могу их опять чем-нибудь загрузить. Тут опять шкатулки. Не знаю, стоят они того, не стоят, ребят. Но, как видите, ничего такого полезного нам не дают. Так, завершить исследование. Так, выполнить миссию. Если я выполняю миссию «Тень над Хайвеном», она открывается автоматически. Так что, наверное, есть смысл нам не копить деньги и тому подобное, а просто-напросто пройти миссию. И тогда ячейка будет у нас свободна. Так, по-моему, ритуал нам нужно выучить. Давайте за 500 поставим. Да. Ну, а тебе что дать? Лидерству не хватает у нас денег. Артефактов у нас нету, хотя почему-то там восклицательный знак стоит. Не знаю, ребята. Что еще можно такого глянуть, чего я здесь не видел? Оу, тихо, 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 тихо. Это что такое у нас? Так. Уничтожи... А, это способности, да? Разрушение тут. До 10 уровня. Его можно как-то быстро приподнять. Ранг можно повысить. 150 угольков, давай, наверное, потратим, я думаю. Есть. А что нам дает ранг? А это параметр на 1%. Давай. Все нам пригодится. 200 угольков у меня всего осталось. Мало, черт подери. Новый уровень. Опять же нужен кристалл. О, вот оно, ребят, кольцо-то. 30 защиты, снарядить. Конечно, снарядить, ё-моё.
Ну вот, теперь я уже стал покрепче. Парень не рубаха, как говорится. 30. Фиг с ним, ребята, раскошелюсь на него. 30 угольков. Уровень. Обучить, обучить. Я не знаю, надо, не надо, нажму сейчас. Ну давай попробуем, ребят, да, до 10 уровня. Фиг с... А, не хватает, ну ладно, давай, наверное, 3 брюлика потратим. Есть, отлично. В общем, все пока хорошо. Ребят, тут, оказывается, очень-очень много возможностей в этой игре. И не просто ходить тут и кулаками махать. Вау, тут еще статы. Ха, меня устраивает вполне. Можно будет даже еще в нее подрынкать, порубиться, поднакачаться. У нас тут шахта, этот угольки уже сделал, да? 155 штучек. Естественно, ребята, будем забирать. 325 в общей сложности. Ну, а на этом я буду завершать это видео, дорогие мои друзья. Увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту игру. А на этом все. Всем пока и до новых встреч, ребята. We'll be right back.